Всем привет! У нас утро, 6:30, и я пошла на самолет. Хотела такси вызвать, но такая прекрасная погода, что я думаю, нет, я прогуляюсь. Идти где-то 30-40 минут. Прохожу зону кактусов. Вот они начинают сейчас, видите, распускаться. Трогать вообще ни в коем случае их не надо. Кстати, колючек как-то мало маленьких. Мексиканцы их едят только так. Еду в автобусе. Утренний Сан-Франциско. Еще в тумане. Утренний залив. Иду к Сивик-центру, это у нас здание административное, где принимаются все законы по Сан-Франциско. И вот увидела такое местечко, потому что у меня в центре работает Сан-Франциско. Красивый этот Сивик-центр, конечно. Вечно на его фоне вот эти граждане, вот эти вот, вот они. Видите, их всегда здесь очень-очень много. Но это не граждане, которые решили отдохнуть, полежать. Это именно люди, которые всегда так отдыхают. Тут такие, конечно, парковки. Это просто жуть. Тут... Если не запомнишь, где машину оставил, все, пропало. Это наша авиакомпания Southwest. Лена на ней же полетят с Нью-Йорка. Так, на которую у меня сломали чемодан. Я делала пост в Инстаграме. Но вернули часть денег. Прибыли в Лос-Анджелес, вернее, в Санта-Анну. Это небольшой аэропорт, недалеко от Фурлинтона, где учится сын Рика. Здесь очень большая эрия всех вот этих университетов. Фурлинтон городок. Так, вот хочу показать. Вот такая вот фирма Элана. Здесь можно арендовать машину. Оказывается, Рик здесь ее арендовал. Я даже не знала, такое это в Калифорнии. Самое распространенное на цены по. Chapman University, which is down here. Oh, is he? Yeah, which is a Christian school. Yeah. Well, Chapman's where Uncle Bill works. Oh, it's so hot. Oh, I thought it was empty. Look at that door. No, we had to go earlier. That's fine. Now we're going to wash and we'll go with my wife. Настроиться не могу, вода холодная. Рик пошел. Для меня это смертоубийство. Может быть, настроюсь, конечно. Не знаю. Опа! О!